Представь, что тебя лишили телефона на 3 дня. Ты находишься в полной изоляции от людей 3 дня. Ты в полностью пустой маленькой комнате 3 дня. Из еды у тебя только белый рис с белой тарелки, с белыми приборами. У тебя закрыты уши, и самое интересное, что ты находишься в полностью белой комнате, исключительно из белого цвета. Белая комната – самая известная психологическая пытка в истории человечества. Человека запирают в помещении без какой-либо коммуникации, телефонов, девайсов, мебели, кровати на протяжении всего своего срока. Кормят его исключительно белым рисом с белой посудой. После данной процедуры ни один человек не выходил нормально на свободу. У всех их была поломана психика. Для того, чтобы вы осознавали, насколько эти условия давят и действуют на психику обычного человека, я покажу и произнесу вам слова одного из заключенных иранской белой комнаты Амира Фахравара. Я просидел там 8 месяцев, и в результате я не мог вспомнить лица своих родителей. После освобождения назвать нормальным человеком меня было невозможно. Уже через несколько месяцев такой жизни вы начнете забывать свою личность, а голоса в голове начнут восприниматься настоящими. Вы даже не сможете вспомнить внешность своих родителей. Такая вот жестокая пытка. Белая комната входит в число так называемых расширенных методов допроса. Эвфемизм, обозначающий применение силовыми ведомствами особо изощренных пыток в отношении заключенных. Как только человек пройдет белую комнату, он уже никогда не возвращается в нормальное состояние снова. Внутреннее опустошение остается с ним на всю жизнь. Будет идти прямая трансляция с моей комнаты. Это все является квест-комнатами. Здесь 16 камер. И мою комнату также отдельно прикреплена видеокамера, которая будет записывать все время. В моем телеграм-канале будет полноценная запись. И вы сможете посмотреть ролик без монтажа, чтобы вы все четко видели, когда я зашел, когда я вышел. Как думаешь, что может произойти? Может, какой-то приступ схватишь? Во всех интернет-заголовках классическая белая комната, она огромная. Но здесь же комната 2.5 на 2.5. Полноценный карцер, как в сериале «Побег», я не знаю. То есть это полноценная маленькая комнатушка, как в всех фильмах, которые вы видели, когда заключенного туда кидают, и он там остается. Ты слышишь? Она вообще абсолютно не твоя хабрат. Вдумайся в это, себя сейчас в голове просто. Представь себя на моем месте. Провести на диване, лежа, 3 дня условно, ничего не делая, просто ничего, тебе нельзя ничего, ты просто лишь, у тебя нету ничего, ты можешь там, я не знаю, попить воды только, и ты дальше лежишь. Мы настолько заморочились над этим роликом, повторяю, что мы арендовали квест-комнату, ребят, в Харькове, арендованная на 3 дня, на 72 часа. Этот ролик получился только благодаря ребятам с квест-комнат изоляции. Огромное количество локаций, интерес, качество на высшем уровне, невероятный коллектив, который подберет все, что угодно, войдет в любое положение твое, поэтому этот ролик состоит в только благодаря ребятам с Quest Comet изоляция. Огромнейшее им спасибо. И самое важное, что промокод МУХА 10% скидочки на ваши игры. Ребят, называйте МУХА, получать 10% скидки, когда приходите в любой из городов Quest Comet изоляция. Готовился я к этому эксперименту? Абсолютно нет, потому что мне в первую очередь все мои ролики — это безумно интересно с моей стороны, и все мои ролики я снимаю только ради интереса. Мне безумно интересно, как пойдет мой организм, мое тело. 10.50, 4 сентября, ребят. Отдаю последнее, что у меня есть, это телефон. Братишка, мы начинаем? Я очень сильно боялся скукоты. Я максимально энергичный тип, который всегда в процессе такого драйва, всегда я создаю контент. Я никогда, у меня не бывает дней, когда я ничего не делаю, когда я даже лежу просто здесь, смотрю телевизор. А здесь мне придется пробыть одному в изоляторе, одиночным, белого цвета, в белой одежде, кушая белую еду. И не имея ни телефона, никаких гаджетов на протяжении 3 дней, 72 часов. Мы начинаем? Начинаем. Ну здравствуй, белая комната! С
все, отчет пошел, дни пошли. Я против белой комнаты, я один в изоляции. Ну что, 3 дня без какого-либо общения, 3 дня. Мне страшно. О, стоит, смотрит. 72 часа. Время пошло. Очень важно то, что мы сделали, то, что, в принципе, я не увидел, если я могу ошибаться, ни у каких других блогеров на Ютубе, то, что они закрывали себе уши. Это будет интересно. Мне интересно, что я буду не слышать ничего. Но я захотел усложнить еще больше эксперимент, я даже не мог себе представить, насколько это будет жестко. Ух ты, дичь. Ебой! Вот это интересно. Не, ребята, так точно не будет. Просто посмотрите на мою реакцию. Я слышу, как у меня сердце бьется. Это очень жестко! С берушами это очень жестко! Сразу же я осознаю, что с первой минуты видео, с первой минуты эксперимента, я усложнил себе задачу в 2 раза. Короче, ладно, эксперимент начинается. Сейчас не буду много говорить, просто хочу провести хотя бы 10-15 минут в этом месте. Самое интересное, что последнее вам скажу, то, что у меня здесь нету никакого... Никаких часов, у меня нету здесь таймера, я не понимаю, как идет время. Суть данного эксперимента в том, чтобы посмотреть, как твоя психика действует под воздействием белой комнаты, твоего одиночества, того, что тебе скучно, сколько ты продержишься, но еще и самое главное то, как ты будешь думать, как твой мозг построится под реалии и как ты сам будешь считать, сколько у тебя времени. Его даже не видно. Где-то в уголок себе забился, вот видно, только лапти его. Людей собирали так на месяцы. В одиночное помещение, в одиночную камеру. Исключительно из белого цвета. Они были в белых костюмах, они видели только белый цвет. Они были одни. Они не могли ни с кем общаться. Ты находишься в одиночестве с собой. Ты слушаешь свое сердце. У мухи даже немного более лайтовые условия, потому что, например, заключенным даже не с кем поговорить. То есть с самим собой. А когда ты разговариваешь с камерой, ты можешь представить, что там живой человек находится, тебе, в принципе, легче справиться с этим психологическим давлением. Я пытался выстроить какую-то стратегию у себя в голове, как себя вести, потому что нужно сидеть 72 часа. Все такое белое. Прикиньте, 8 месяцев здесь находились. Ты лайк еще не поставил, прикинь, даже я в ахуе стячу. Я надеюсь, ты уже поставил лайк этому ролику, но если на этом видосе набирается 10 тысяч лайков, ребят, 10 тысяч пальцев вверх, я делаю зеркальную комнату. И я там пробуду. Напишите в комментариях, сколько мне там пробудет. Зеркальная комната, 10 тысяч лайков. Зависит от вас. Реально. После начала эксперимента проходит у меня в голове плюс-минус где-то около 2-3 часов. Мне оператор приносит еду. Ребята, ну что, первый прием пищи за моей спиной. Какова стратегия, когда мне приносят пищу, как я делаю для того, чтобы максимально не вступать в коммуникацию с людьми? Когда идет стук, я ухожу в эту тугую комнату, прямо сейчас видите меня вот с той камерой. Там рис я в сельпо купил, он такой, типа, не особо... Это ужас, нет. Какой ужасный рис, блядь. Рис был настолько... Боже. Ужасным, что я даже не хочу это комментировать. Я ничего не есть, не будет, это 3 дня получается. Время шло. Я снова пытался все время выстраивать временные рамки у себя в голове. По моим меркам, я думаю, что прошло около 5 часов. Никогда не думал, что буду кушать рис в одиночном изоляторе. Снимаю ролик про белую комнату. Особенно, когда я был футболист. Время шло очень долго, господи. Как вам описать, как долго шло время? Представь, что ты просто лежишь и ничего не делаешь 3 дня без телефона. Сидим, терпим. Прошло только несколько часов, впереди до хрена. Я очень сильно верю и надеюсь, что получится спать ночью. Потому что если ночью не получится спать, мое время увеличится 2 раза. Я в первый день своего пребывания в комнате, я заснул 2 раза. Интересно, сколько я поспал? Игра еще не окончена. Какая игра? Ты бросил вызов в белой комнате. Ты пока не понимаешь, что ты решил сделать. Ну да, 3 суток. Что сидеть там? Ты глупый мальчик. Белая комната создана для того, чтобы запутывать таких, как ты. Время.
оно будет очень долго, очень. Да знаю я об этом. Люди сходят с ума из-за того, что теряют временные рамки у себя в голове. Есть варианты, как максимально сократить время у себя в разуме. Есть вариант, который вовлечет тебя всегда и везде. Неважно, это одиночный изолятор или твоя квартира. По ссылке в закрепленном комментарии надежные лицензионные ребята со Slot City дарят 100 фриспинов по промокоду МУХА. Вовлеченность, интерес, азарт, стильный дизайн. Ты не заметишь, как твое время будет проходить мимо тебя и скорее освободишь. Топовые украинские лицензионные игры, но делай все с головой, мальчишка. Придурок, у меня не будет телефона, я в белой комнате нахожусь. Но за советы спасибо, я как выйду обязательно сыграю. Ссылка в закрепленном комментарии. Шанс там, где ты. Slot City. Не получилось поспать. Я думаю, ну дневной сон обычный сколько? Ну, 1.5-2 часа. 1.5-2 часа обычный дневной сон, я после поезда, я устал абсолютно. Ну, сон таки максимально странно, но я, чтобы вы понимали, проснулся от того, что у меня просто по ушам начались вот такие вот звуки, типа. Типа, как будто вот дерет стенки вот такие вот. Вот такие вот звуки. Это первый день заканчивается. Я в этот день поспал, не знаю, сколько часов я только что поспал. Ну, точно где-то час-полтора, и до этого тоже 1.5-1.5 часа я поспал. Когда просыпаешься, очень яркий свет сразу белый. Очень яркий, ты поворачиваешь, ты просыпаешься, ты еще не осознаешь первые секунды, где ты, и ты понимаешь, что, бля, ты снова здесь. Я хочу сказать то, что первый сегодняшний день, да, он уже, скорее всего, по моим расчетам в голове подходит к концу. Осознание того, короче, что тебе еще сидеть здесь, вот это очень страшно. А люди это осознавали месяцами, то есть они понимали, вот, условно, мне сейчас сказать, что выйдешь через год отсюда. Я осознаю, что мне еще 2 дня, и мне плохо. Мне просто, я не знаю, как себя настроить еще на 2 дня. Что можно говорить о сложности видоса, о сложности твоего сознания, о сложности данного эксперимента? Голодный, не голодный. Друзья, ну что, всем доброе утро. Я вам не могу передать чувство, когда ты просыпаешься от херячения кулаком в дверь. Мне кажется, он реально очень сильно испугался, потому что я очень громко постучал, и он спал. А еще когда ты спишь в таких некомфортных условиях, и тебе еще кто-то очень громко стучит. Рис принесли, будем кушать рис. Второй день начинается, я выспался, походу, как я понимаю сейчас. Походу я выспался, это действительно так, я очень жестко спал, потому что, ну, у меня как-то получилось найти ту самую позу. Но на самом деле, как будто бы появились какие-то силы второй день еще. Я не знаю, я вот поспал всю ночь, у меня как будто появились все силы второй день отсидеть в этом месте. Что нужно было? Нужен был длительный сон в этой ситуации. И я его получаю, я максимально доволен. Я вот просто, я думаю, вот, пожалуйста, единственное, спи долго, потому что сон – это единственная возможность здесь сократить хоть как-то время. Я безумно сильно устал, безумно сильно именно выдохся. Чаще всего мне на ум приходит вот мысль, когда это все закончится. То есть это номер один мысль. А сейчас просто вдумайтесь на 1 секунду. Мысль заключенного, которая осознает, что ему здесь просто год. Во временном отрывке как бы твоей жизни полгода – это ничего. Но здесь эти полгода превратятся в тебя, не знаю, в 5 лет. Что вчерашний день и вот это вот утро, оно для меня уже длится хер знает сколько. Я уже не знаю, чем себя занять. Я не знаю. Скука, говорят везде, во многих шоу и так далее. Скука – это очень сильное оружие. Ну, типа, то, что происходило дальше во время второго дня, я даже не знаю, как сейчас описать. Типа, я был уверен, что это паническая атака. Я лежу, я пытаюсь уснуть. На протяжении я покушал и пытаюсь уснуть. Я пытаюсь провернуть то, что у меня получилось во время первого дня. Я понимаю, мне это не получается сделать. Я не могу передать словами, что сейчас происходит с моей головой. Типа, я просто... Я каждую секунду себе говорю о том, что я здесь больше не могу сидеть. Я каждую секунду сидю отчет о том, что я не могу здесь находиться больше. Как поспать? Как поспать, нахуй? Как поспать? Вот
Окей, окей, хорошо, я не могу уснуть. Окей, я буду ходить, я хожу. Я настолько заебался, что это невозможно передать словами. Я не знаю вообще, как передать сейчас состояние. У меня голова раскалывается, я не знаю. Время умножайте на 2х. Умножайте время на 2х, время пребывания, потому что сон — это половина времени этого ролика, по сути. Блять, господи, как в ушах шумит, это пиздец. Ребята, голова очень сильно болит, беруши до сих пор у меня в ушах. Тогда уже начался момент, когда я уже был, честно, готов выходить. Я думаю, что общее время эксперимента уже перешагнуло черту в 40 часов. Есть ли у меня силы держаться? Вечер второго дня. Меня просто нашло все. Я хотел закончить все типа. Порой обычные моменты свободы и счастья в жизни нам кажутся теми моментами, которые даны нам по умолчанию. Мы встаем, мы по умолчанию. Мы кушаем по умолчанию, любой завтрак. Абсолютно. У нас есть друзья по умолчанию, общение по умолчанию. Мы все это можем сделать по умолчанию. Как будто нам это уже кто-то дал. Мы по-настоящему не ценим то, что мы имеем. И ценишь, когда теряешь. Ведь однажды вся свобода может закончиться. Ты не знаешь, в какой момент это может произойти. И ты будешь не в качестве эксперимента запер в четырех стенах. В маленькой комнате, возможно, что просто страшно, это жизнь. В таких комнатах, знаете, мне там не сильно много лет, но осознаешь вещь очень тонкую, но все стремятся к успеху, но твои друзья, твое общение, твоя любовь дальнейшая, и хочешь ли ты уйти успешной в одиночку, или же в кругу счастливых людей вокруг тебя? Я заебался. Я просыпаюсь третий день, утро. Я не могу, я ёбнусь. Я ему отвечаю, ты ничего не делаешь. Это просто ёбаный ад, блядь. Это ёбаный ад, блядь. Это утро, когда я настолько одиноко и настолько вообще уже задолбало всё, то есть нету сил бороться. Рашан! Эксперимент заканчивается, ребят. Я стучу в дверь, все, я говорю, брат, открывай, я не могу продолжать. То, с чем я столкнулся в белой комнате, я никому, не повторяйте этого. Закончили эксперимент, старик, я серьезно. Я полностью измотан, я выхожу с комнаты в полном ахуе с того, что произошло, но, ребят, это не самое сильное ахуе. Вы сейчас просто охуеете все. Брат, я думаю, ну где-то, ну, или 8, или часов 5 утра, или 6 утра, вот так вот. Ты даже не представляешь, насколько ты сильно ошибаешься. В натуре? Сколько сейчас? Я тебя запутал, пизда. Да? Да. 2-3 ночи. Ебать, ты меня запутал. Ты продержался сколько? Блядь, где-то 15 или 16 часов, мне голова не варит. Или 14 даже где-то. Я провел. Сколько я продержался? Меньше 24 часов. Я? Ты, блядь. Ты что, ты пиздишь? Я поставил таймер. Сейчас 55-57. Таймер на 72 часа. Берем. 72 минус 55, точка 57. Какое число сейчас? Ты продержался 16 часов 43 минуты. Какое число? Пятое, блядь, муха. Ты продержался 15 часов. Что?
16,5 часов. Я в этот день поспал, не знаю, сколько часов я только что поспал. Ну, точно это час-полтора, и до этого тоже еще полтора, 100% я поспал. Второй день начинается, и я выспался. Думает сейчас, что это утро, хотя сейчас только 7 часов вечера. На самом деле, как будто бы появились какие-то силы второй день еще. Я не знаю, вот поспал всю ночь, у меня как будто появились все силы второй день осеять в этом ужасе. Брат, ты же... Это был ужин в 7 часов вечера, муха. Это был вечер. Один и вечер второй. Я тебе две миски еды. А я думал, ты одну в день носил, я тебе не говорил, в том-то и дело. Я спал очень мало в итоге. Вы вообще понимаете, как у человека может сдвинуться разум? Блять, насколько же человек потерял вообще понимание временного пространства? Ты до съемки спрашивал, как долго будет у тебя тянуться время, я тебе говорю, что будет она очень долго тянуться. Брат, я в ахуе с этого эксперимента. 16,5 часов. Хоть и прошло 16,5 часов, как вы все узнали, но... 16,5 часов, но они были вечностью, брат. Полная версия в телеге. Скукота. Скукота — это самое сильное вообще, что я когда-либо испытывал. Подпишись на этот канал, ведь с вами был Муха, и дальше будет еще больше.